Всем привет, дорогие друзья! Всех хочу поздравить заранее с наступающим Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, успехов. Желаю вам всего-всего самого хорошего, что все плохие дни остались в старом году, а все самое хорошее вы перенесли в Новый год. Ну, всех с наступающим! И мы будем сегодня с вами перед Новым годом распаковывать наш любимый Василек. Да. Сразу приношу извинения за свой вид. Но я поболела немножко. Сейчас уже в норму вхожу. И будем с вами сейчас распаковывать Василек. Тут подарочки. Подарочки разные. Наш любимый Василек перед Новым годом нас радует. Упаковано, как всегда, все. А я аж порезала замечательно. И сейчас будем, как мы любим, рандомно доставать. Давайте первое, что я достану. Тут футболка женская. Это я себе любимый на Новый год заказала подарочек. Я же знаю, что мне больше подарков не будет, поэтому себе любимый заказала, ребят. Я же себя люблю, вы же знаете. Как же мне себя-то не любить? Если я себя любить не буду, то кому я буду нужна? Короче говоря, футболки мне от Василька нравятся. Вот это, кстати, тоже костюм от Василька. С шортами идет. Тоже очень классная. И вот такая вот футболка. У меня есть наподобие тоже футболки, но черная, по-моему, да? Тут у меня Света сидит просто. Ну, вот такая вот футболка. Называется футболка женская Ника. Серый меланж, 52 размер. Прошу извинения. Ну, вот такая вот футболочка, себе любимой. Ай, надо себя, девчонки, любить, иначе в жизни будет вообще все плохо. Дальше. Опять себе любимый. Короче говоря, футболка женская. 52 размер. Кока-кола! Перед Новым годом на... Помните, раньше был это ролик, где КамАЗ едет Кока-кола и поздравляет с Новым годом. Вот, это тоже ассоциируется с Новым годом Кока-кола. Тоже очень классная футболка. Брала уже неоднократно Васильки футболки. Они мне очень и очень и очень, еще раз говорю, нравятся. А футболки у них там большое количество. Пройдите по ссылке в описании и посмотрите сами. Дальше. О, футболка женская, 54 размера уже. Просто там, видите, вот этих двух не было 54, поэтому взяла 52. Это мне понравилось. Эту я хочу на Новый год одеть. Та-дамс! Вот такая вот. Темно-зеленая, она сильно широкая, конечно. Я сейчас с болезнью похудела. Поэтому вот так вот. 54-й. Называется она «Экзотика». Классная футболка. Мне, например, нравится. Ну да, цвет зеленый, конечно, он не очень. Вот, если даже вот так посмотреть, он не очень к лицу. Но мне нравится рисунок сам и качество футболки. Давайте дальше посмотрим. О, что-то я чересчур много заказала. Майка женская. Фая на ментол. 52 размер. Ого. Ну, давайте посмотрим. Что, или, может, я просто из корзины не удалила. Да, майку. Это я майку, да, заказывала. У нас бывает иногда дома очень жарко. И вот такая вот ментоловая маечка. Скоро вы ее на мне увидите. По качеству, по ощупу классно. На ощупь вообще суперская майка. И расцветка очень приятная. Дальше. Вот такая вот сверточек. Сейчас посмотрим, что в этом сверточке. Сейчас посмотрим. Тут, ребята, у меня у Вани кофты все маленькие стали. И я ему заказала вот такую вот с автомобилем кофту. Классная. Вообще классная. Тут еще, кстати, два кармаша. Ну, такой карман. Один большой карман. И вот такая вот красивая кофта. Сзади просто зеленая. И тут такая же машинка. Сзади принт машинки. Классная кофточка на 4 года. Ростовка. Что у нее получается? 104. Хотя надо было уже на 116 брать.
растет, ребят, вообще очень быстро, не успеваешь ему вещи покупать, быстро маленькие становятся, потом раздаю кому-нибудь то, что маленькое стало. Дальше футболка, тоже Ванюшки, вот такая вот, на 4 годика, с мотоциклом. У него, кстати, с мотоциклом еще ни одной нет. А тут я увидала, думаю, возьму-ка я ему, может, ему понравится. Ну, посмотрим. Дальше, с машинками он обожает. Да, многие писали, Настя, не бери ты Ване красную футболку, как-то я ему заказывала, и мне 3 или 4 человека тогда написали, что не бери ты красную футболку мальчику. Ребята, какая разница, принт-то в машинке, а какого цвета, мне кажется, разницы нет, тем более он еще маленький. Вот такие вот 3 вещи для Ванюшеньки у нас были. Дальше. Смотрим. О, еще одна футболка, я думала, все. Расцветка классная. Такая расцветка мне очень нравится. Такая же, как предыдущая зеленая, но вот такая вот 52 размера. Тоже экзотика. Классно. У меня такой костюм расцветки есть. Многим подписчикам моим нравится, что пишут, что Настя, тебе этот цвет к лицу. Ну, давайте посмотрим вот это. Носки. 6 пар. Мужские махровые. Раскрывать не буду. Обычные толстые махровые носки. Дальше. Пижама. Для Мариночки. Вот такая вот красивая. У нее, ребята, 4 января день рождения. Я хочу ей на день рождения именно ее дать. Вот такая вот пижамка с куколкой. А к ним идут вот такие вот красивые штаны. Посмотрите, какой рисунок классный. Супер. Классно, скажите ведь. Сейчас положим обратно. Вообще суперский. Смотрите, какой классный. Внутри он флисовый, ребят. Как-то бы так показать, видите, с начесом. Он будет очень теплый. Так что в морозы многие переживают, что у нас морозы холодно. Нет, ребят, у нас тепло. А в такой пижаме будет ей еще теплее. Нравится, очень красивая пижамка. Так, это пока я отложу. Также я вам уже говорила, что я каждый месяц буду заказывать по одному постельному. Я заказала опять постельное на молнии и на резинке. Здесь, по-моему, фламинги. Короче, мы в Новый год распечатаем с вами и посмотрим, что вы переживаете. В Новый год все постельные вам покажу, всю свою коллекцию, что у меня накопилось за все распаковки. Ну, вот такое вот постельное. Вот рисунок сзади. И подарок Марине на день рождения. Она мне как-то, мы смотрели Василек, она говорит, мам, я хочу его на день рождения. Я заказала. Многие, кто смотрит распаковки Василька, те понимают, что здесь. Здесь игрушка. Вот так вот красиво упаковано. И сейчас мы с вами распакуем. Как? Нет, она развязывается. Смотрите. Классно. И сейчас мы посмотрим, кто там. О, какой суперский. Марина девочка. И она любит играть в доктора. О, тут запечатаны. Ну ладно, не буду распечатывать уже. Короче говоря, я ей заказала, ребят, вот такого доктора. Красивого, классного котика доктора. Там просто ноги закреплены. И я уж... Ну или давайте достанем. Как-нибудь аккуратно попробую распаковать. Не знаю, почему только ноги закреплены. Да, вот такой вот, ребят, доктор. Красивый. Угу. Напишите, как вам. Мне вообще вот эта вот вся коллекция нравится. Игрушек и детям моим они нравятся. И они говорят, давайте пока есть, будем каждый заказ заказывать. Поэтому мы постараемся каждый заказ заказывать кого-нибудь нового котика. Коллекцию нашу будет. Суперский ведь котик, ведь скажите. Классный. Марине, мне кажется, очень понравится.
Все, сейчас его также обратно запакуем. И пусть сидит там. На день рождения мы ей подарим. Она еще даже не знает про него, ребята. Поэтому мы ей подарим на день рождения. А вы заходите на сайт Василька и смотрите там. Там большой выбор игрушек разных. Там очень часто появляются игрушки. Там очень часто появляется разная одежда. Если вы не заметили того, что сегодня мы с вами здесь распаковали, то не переживайте, там много новых новинок разных. Ссылочки я оставлю все в описании на все соцсети, которые я пользуюсь тоже. Поэтому проходите, смотрите, заказывайте. Всех с наступающим Новым годом. Всех очень сильно люблю. Всем говорю пока-пока.